Шуман. Ладно, давай счастливо. Так Женя же есть в кибере. Нету Жени. Он занят. Здесь я могу проявить. Ну все. Женя, у тебя есть возможность сыграть сейчас или надо... Да, давай сейчас сделаем трэп, пока никого нету. Материалы не приехали еще. Так. Жень, бой 40 минут идет, так что 40 минут тебе надо. Да для кого как. Я больше сразу ухожу. Так. Апокалипсис. Тебе надо что-то с Синдрой? Называется Аллах Альтер 4. Ярослав, слышишь? 2700, Саша, вышло, если что. Я отдам тебе деньги, кинь еще раз обмен. Так. А 2700 на сколько рыбы? На 25. Ох ты. Этот, слышишь, Ярослав, тут? Нет его. А ты мне же короче, давай суммы пойдем ивент запускать. Все хуже с ума не поехали. Что тебе нужно сделать? Побежали в центр все. Когда выходит трэш в райку, вы такие, все отбегаете. Танки слакают. Точно здесь? Можно это вот звук вырубить нахуй? Еще раз? Да, я помню, это вырубить. Да не резайте никого, бывает, что багается, когда резать. Боешки. Кому милость кидать, когда? Дексиону, на. Шнуркам кидай. Думаю, про поездку ты спрашивал? Поездку мне будет? Милость. Бежать надо бы сейчас всем. Коля, нажмешь фейсбаун, ты первый по хуан продолжишь. Когда крутиться начнут. Нажимай, Коль. Великий, отбегите. Там дизарм, если что, работает на них тоже. Любой контроль дайте. Там присты, эфир. Какой-нибудь, не знаю. Я сам подойдешь махом прям снизу. О, блин, в каст не так. Чё, дружненько, лутаем эту быстренько помойку. Сможешь
Морский, ой, не Морский, Ярослав, Апокалипсис, ты тут? Да. Тебе с этого босса что-то надо? Тиндры? Нет. Тогда я этот возьму Санечку и Женя похилит здесь, просто здесь в этого. Давай, Ивин, закончим, если я уйду, он, блядь, сидел. Пойду по новому. Что, еще раз? Ивин, закончится, да, уйду. Не, конечно. А тут репу уже не дает на ивенте? Не. Да, я тоже заметил, что не дают, раньше давали. Раньше в десятке не давали, а в 25-ке давали, когда на X2. Просто постоянно бывают ивенты бага, когда кто входит в 26. Саня или Вадим, кто из вас хилить будет? Могу я, могу он. Мне все равно, давай я похилю. Давай. Давай ты, я. Вадим, да. А я спектность попал. Все, Ярослав, улетай тогда. Этот. Женю в рейд. Хотя подожди, Джипси что-то не заходит. Ты зайдешь, Джипси? Не улетай, если Джипси не зайдет, то будешь вместо него. Здесь шипешники хороши очень. Засумуйте Женю, шкаф поставьте. Ну, только я уже улетел, ну подождем. Давай пока. Побьешь. Что-то Джипси нет. Пока Липси тоже засумуйте. Сумуньте. Паш, собирай только с одной стороны мобов, и там сразу же темнеющее, как он подбежит, нажмешь массакро, то его там больно пробивает. Вообще. Хильте похвала. Давай, давай темнеющее. Саня, можешь ему зубы еще закинуть. Я уже не знаю. Потом, заходить можно? А, ты уже здесь, тогда Апокалипсис улетит. Ивент да. У вас зашел, закончился? Да, но мы пока трэш чистим сейчас. Вдваем. Скажите, когда можно будет заходить? Похвала надо держите. Вон Джипси зашел. Я же писал, что я убил. Ты вместо меня был. Эти правого дракона, его если что можно гриппать, там филять, по-моему, корни на него работают, поэтому... Давай, нажмите, Коля, нажмите, ну, нажмите на портал. Эй, Геру, она от кулдаунится. Ну, нажми, любой. Вот шаман Гер. Покастите корни пока, да? Чтоб он не улетел.
Гриб, Коль. Не работает. А уже убрали? Работал точно. Убегайте с лужи, она чуть больше бьет, чем радиус рисов. Как делали алды к стеночке. Ну, буквально позавчера работали, когда ходили в десятку. Сегодня не работает уже. Стеночки для лохов, ебало, лужи для мужиков. Любит лежать по улицам. А не в луже. Ты что, карты деньги 2 стола вспомнил, блядь? Сейчас, пока драконов бьем, как раз наушники зарядятся немножко. Дурак на троянском по лужам специально бегает. Не было такого. Все, убегайте все к выходу. Коля, приведешь, либо Паша, без разницы. Без вас. Потом сразу все кучу собрались. Коля оставишь, айсбаунд нажмешь. Паша массакруй, и все в куче два шамана прохилят. Здесь не было, скажите сразу. Что сказать? Я. Ну-ка, паладинов с кефиркой станите в него разок. Тему поставьте трепета все шаманы. Народ, работает паладинов с кефиркой? Нет, нет. А, жалко. Вы порезали, ничего не работает. Готовьтесь все в кучу стать, когда добьем. Стан-то точно, кстати, должен работать. И стан не работает. Это они вот позавчера порезали, что ли? Станы еще на X2 не работали. Афир работал. И не шакрится. В десятке работало. Может, до сих пор работает? И шакал не работает на него. Сбежали все. Коля, готовь айсбаунд массакра. Кто успел взять со столика, ждите. Там Дексиона отдельно один стоял. Все, забегайте все внутрь, только не смотрите, она, если что, агрится, если выбежать. Поэтому, напоминаю, не забегайте туда. Тань, перенеси меня 4-й пать, он джипси, брейдиш. Да, сейчас перенесу. Наушники только подключу. Вань, поставь пока ГБ. Ваня, Саня, Вадим, возьмите все сопроты. Поставьте ГБ у меня когда. И, да, и раздавайте всем сопроты. Все по одному сопроту берут обязательно. Да, чисто, Сань. Да, сейчас опять кубочек. Квадратику обмен за сопрот. Алхимики, товарищи, а кто не знает... Всем, да, всем сопрот. Вопрос, вот этот, сопрот дает 70 СПД алхимикам, нет? Нет, он больше сопрота дает. А, окей. Теперь ты неубиваемый шаман, понимаешь? Окей. Это, Саня, есть минут 5 отойти? Ты тактику сейчас будешь рассказывать? Ну, отойди, отойди. Значит, надо теперь на сопрот рецепт учить. Так. Так, привет. Я не нужен буду сегодня? На лича, возможно, будешь нужен. Ну, просто пока сиди. Ищи кого угодно без меня. Я пока отойду, тогда поем. Пока опять сидеть. Тебе надо уходить или что, не услышал? У меня не прогружается нихуя. Еще до этого прогрузилось пинг 350, задержка в полсекунды-секунду. Сейчас вообще ничего не прогружается. Давай я пока тактику буду рассказывать, может получится сделать там что-то. Я все это время, пока вы драконов пинаете, я пытаюсь зайти в мир. Пока, короче, меня делай. Чуть-чуть пробежали, встали. Чуть-чуть пробежали, встали. Петя, я помнишь, я удалял три папки какие-то в десятке? Я это уже удалил, я уже ран перекачал, я уже без лаунчера запустил.
Я интернет ребутнул, то есть... А попробуй еще поменять точку входа не Россия там, а Украина, или не пробовал? У меня там за 300 плюс по дефолту. А, я понял. Я же в ебенях живу. Ну, понятно, да. Попробуй еще RealmList поменять. Такой же, как и... Ну, пошли, отойдем в другую комнату, я скажу, что да. Мне понятно. Саня, у меня от ШП 15% снижение урона, так же, как саппорт. Я один трай попробую с СПД? Нет, я спил саппорт. Абсолютно. Ну, у меня же что, есть чем... свой. Ты не понял меня. Если тебе проще будет хилить, ты пойми, здесь не в уроне дело, здесь хватит урона. Полна, если делать все правильно. Чем проще хилить килам, тем здесь проще... Здесь механика босса, что надо меньше хилить. Поэтому давай саппорт по-любому. Даже не спрашивается, где саппорт будет пить. Так, короче. Вань, встань сюда, пожалуйста. Не тому кинул. Вот, сюда. Вот, Ваня, это Синдра. Развернись в эту сторону. Вот так вот. Встань. Вот, Ваня, Синдра. Все бьют Синдру всегда в левую лапу, не заходя во фрейм босса. В левую лапу, не заходя во фрейм босса и не заходя под лицо. Абсолютно всегда бьют в левую лапу, чтобы не отлетать. Зайдете во фрейм, тоже отлетите. Он на Ване квадратик стоит, за квадратик в квадратике можете, в принципе, бить. Босс бой состоит из двух фаз. Первая фаза и вторая. В первой фазе тоже так же есть две фазы. Наземная и воздушная. Наземная фаза. Вы все бьете в левую лапу, обязательно в левую, и стоите ближе к боссу. Что касается что милишников, что РТДшников. На милишников будет вешаться стаки. Сейчас покажу, как мне. Обжигающий холод. По-моему. Одни стаки, не запутай. Ну, короче, стаки, да. Там будут одни стаки. По-моему, не обжигающий холод, пронизывающая стужа, вроде. Как-то так называется. Будет вешаться на миликов. Больше 5 стаков, там 6. Смотрите по килам, там буду подсказывать. Не набираюсь, это всех миликов касается. Что касается РДДшников. На вас будет вешаться освобожденная магия. То же самое. Не берете больше 5 стаков. 4-5 максимум. Самый максимум. Освобожденки. Если много на хилов вешается, вообще смотрите аккуратно за стаками. 4-5 это самый максимум будет. Как скидываются стаки? Просто перестаете бить босса. РДДхником просто перестаете кастовать. Какой-то период, спали стаки, опять кастуете. Это касается вот этого момента. Дальше, через какой-то период времени, Синдра притягивает нас. Она всех притянула, вот Ваня, это Синдра, она притянула, вас притянула сюда. Все должны будут убежать к лестнице в район печеньки. Как это сделать проще всего? Вы зажимаете правую кнопку мыши, нажимаете клавишу A и нажимаете клавишу W. И вот так бежите по диагонали. Это максимально просто. Потом W убираете, и просто зажатая клавиша мышкой правая и буква A. И все, и вот так персонаж бежит. Боком. Все время так убегал, и всегда успеваешь. Это этот момент. Короче, Синдра всех притянула, мы убежали. Убежали, там будет либо опять же продолжаться наземная фаза, либо взлетная. Если продолжается наземная, продолжаем бить Синдру. Если начинается взлетная, все сбежались в печеньку. Выше печеньки никто не поднимается, все в печеньку. Будет 5 человек выбрано. На этих 5 человек кидаются метки. Смотрите, ребят, на этих 5 человек, которых кинулись метки, они должны будут выбежать в 3 метки. Крест, квадрат и луна. Соответственно, в 2 метки по 2 человека выбегают. Допустим, 1 человек в квадрат, 2 в крест, 2 в луну. Или 2 человека в квадрат, 2 в луну, 1 в крест. Ну, тут неважно, как выбегут. Смотрите, какой момент. Если кто-то видит, что 3 человека выбежало в одну метку, просто может человек чуть левее выбежать. Главное, выбегите. Не должно ни в коем случае быть 3 человека в одной метке. Также. Вот смотрите, это квадрат, это крест. Ни в коем случае не должен человек стать посредине, то его сразу шотнет. То есть вы должны строго в метки выбегать. По 2. И в одну метку 1. Ебет, Вань? Под щитом, по идее, должно все нормально быть. Давай попробуем один раз по 2 человека. По идее, должно быть все нормально. Ну давай попробуем по 2, если один трай, если херово будет, то будем по одному разбегаться. Да, по 2. 2 человека и в третью один. Это касается...
Если вы не можете разобраться, в какую, блядь, подвал, в какую по одному, разойдитесь просто по одному влево-вправо, похуй. Можно и по одному. Да, то есть самое главное, чтобы вы держали рейндж между метками, чтобы просто вас шотнуть. Это самое главное. Дальше, следующий момент. Будут лететь, вот Ваня, это точка. Будет появляться на земле такая точка. То есть туда будет Синдра Харчок делать. Ваша задача спрятаться параллельно Харчку за глыбу. То есть, если не шарите, как перебегать, просто перебегайте за человеком, который это делает. Просто перебежали за тенями и подбиваете метки. Метки как подбивать? Без дот, без каких-то прям сильно дамажащих обилок. До 20%. Обязательно это делать, до 20%. И больше мы не бьем, пока не сказали разбить. Это касается первой фазы. Потом все повторяется. Синдра спускается, то же самое с таки, под левой ногой бьем, опять поднялась. И так циклично будет. Далее, начинается вторая фаза. Начинается вторая фаза. Все РДДшники стоят в печеньке. Милики также бьют в левую лапу. Все метки будем выносить в трусы. Выносим в трусы метки. Танки будут бегать, меняться. Через каждую метку, там, когда будет получаться, будет бегать, будете бегать, меняться. Что вы делаете, милики, когда мы выносим метку в трусы? Выносите, сказали, выбежали в трусы. Все милики немножко отбежали либо вон в сторону ромбика, либо к РДДшникам. Когда сказали КРДшник, тогда побежали к РДшникам. Также, смотрите, вот Ваня, опять же, босс. Ни в коем случае не заносите его фрейм босса. Старайтесь поставить метку вот так вот, возле фрейма босса и по центру Синдры, обязательно. Это будет лучше всего. РДДшники продолжают бить Синдру, следят за стаками. Милики разбивают метки. Первую метку мы разбиваем, вторую метку до 20%. Ждем. И... может такой произойти момент, когда кинется третья метка, и Синдра еще не сделала притяжку. Тогда эту метку нужно будет вынести в ромб. То есть просто среагировали. Запомните, всегда выносим на второй фазе в трусы, сказали вынести, вынесли в ромб. И все. По факту. Танки будут бегать, снимать стаки. То же самое, бежит танк на место второго танка и меняется местами просто. Второй танк перебегает. И выполняет все задачи, которые выполняет милик. Скинул стак и пошел, поменял сразу же танка. Что это для танков? Просто сейчас нужно попробовать бить. Ну что, 5 там у тебя? Какой там? Короче, нужно брать вместо тебя кого-то, да? Сейчас последняя попытка. Ну, давай. Попытка. Попробуй через VPN или вначале другой выбрать регион. Говорит про это, он очень далеко живет, проблема будет, если так сделает. Ну что, просто даже не подключается на сервер? У меня... не, подключается. У меня в идеальном состоянии пинг 140. Это в идеальном состоянии. 380 через всякие прокси и задержки входа. Смысл там 100 секунд до задержки игры. Сейчас подождем Петра. Ну, вот я захожу, мне все получается, мне ничего не приходит, а я же вот, смотрите, бегаю, да, вот по комнате бегаю, выбегаю на площадку к вам. Да, ты выбегаешь. Да, бежишь. От меня пакеты все идут, Discord работает нормально, а ко мне ничего не приходит. Я вот смотрю. Вот. VPN должен, по идее, фиксить эту херню. У меня такое было, но VPN фиксил до 140 пинга где-то вот так. Да, это так не работает. На Дальнем Востоке у тебя будет пинг минимум 250. Ну, ТВ может больше, да. Не, на Дальнем Востоке стабильный 120 пинг. Еще короче, раз, у меня при нормальном подключении к этому серваку 130-140 это нормальный пинг. Все. Походите кто-нибудь, побегайте туда-сюда. Я прыгал, вон, блин, я вижу, вон на месте сердца. 2 метра пробежали, встали. Вокруг нет, тебя бега. Не-не-не, еще не дошло сейчас. Блин. Понял. Короче, нет, все в пизду. Я делаю портал. Сейчас попробую на другой сервак зайти. Быть может, там что-то по-другому. На X2 я зашел, бегал, все нормально. Сюда зашел, было 400 стабило. До секунды прыгал, я перезашел, все, не прогружается. Это что? Апокалипсис, ты здесь? Да. Давай заново сюда идти. Все, я свалил оттуда, да? Да. Ставь ты в карту, смотри, апокалипсиса.
Напоминаю, без доток, милики. Идите там кружки свои и так далее. Петя еще не прилетел. Не улетел, то есть. Улетел? Не, отдача хорошо идет. Я нажал кнопку, она там прошла. Я просто не вижу, что улетел. Смонча, Апакава. Пусть берет. Первый будет танчить на первой фазе Юи. Он уже танчил, здесь харит. Похован, в принципе, тоже, но... ДКшника, по идее, меньше нужно пробивать. Да, смотрите, что без саппорта будет бить, получит минус ИП. Темнеющая, Мавар, Войд, все пьем саппорт, Гламур. Выпью сейчас. Ну сейчас, уже пейте. Давайте перед полом, сейчас мы сейчас будем стоять, еще разговаривать, время будет. Вот мы будем уже пулять, рыбу беру, ну, ставлю давайте, рыбу. Как будет пол, все выпьют и пойдем. Стоит рыбу. Давайте, ребаф, ешьте рыбу сейчас просто, только много раз не тыкайте. Полинор, Илья. Да, тут. Сапрот, не забудь выпить. Женя в Акате, Найоми, Полинор, сапрот выпейте. Если нужен сапрот, киньте обмен. А и дайте кто-нибудь масло, пожалуйста, а то я дыба не взял. Потом верну. У меня одно. Да, одно и надо. Спасибо, я потом вернусь. Кто первый танчит? Коля будет танчить. Юй. Так. Сапроты. Сапроты на Йоме ничего не выпила. Алина. Хорошо. Все, готовность на пол. Все садятся и едят рыбу, если что. Абсолютно все, когда скажу. Только сейчас пока не нажимайте. Джипси, Дексиона, Смурки. Галя. Все, иди пуляй, Коля. Сели все рыбу есть. Нажали все на рыбу. Женя, Гламур сейчас умрет. Ё-моё. А, все, понял. Не этот, нету. Забагалось. Идите под левую ногу. Хильте танк. Танка здесь сильно придется хилить. Освобожденка, Полинор, Мавар, нормально, 3 кило. 3 кило освобожденкой, много стаков не набирайте. Видите, за стаками, 3 кило освобожденкой, разбежались. 6 стаков, 4 хп сносит. Да, так плохо можно сдохнуть. Так, в 3 кахпочке слава. Чеф печеньку. Таня, твоя задача метки будет закинуть. Наеми скибиди крест. Ну, нормально. Хорошо. Двигайте вверх, честно. Не шотает. Все нормально, падаем. Блин, что было? Все нормально падает. Бета-тестер минус ЕП, джанк минус ЕП. Падаем, да? Давали инфу, стоять печеньки. Я ты прошел, блядь, умер от склепов. Что тебе, блядь, еще можно сказать? Инфа была какая? Да? Стоять печеньки, я стоял в печеньке. Стоять печеньки вначале, а потом отбежать вверх. Так надо было озвучивать. Блядь. А, нам вообще всем все озвучилось, чтобы каждый, блядь, головой не думал или что. За каждого подумал. Пока никому ничего не давай. Джанг, ты, во-первых, не убежал. Во-первых, мы на освоении на ней. Да, так что пока никому ничего не отнимаю. Пару трайлов сделаем, потом будем отнимать. Так, теперь будет 5 меток, потому что шотает. Никого нет шотного, просто, блядь, люди умерли от склепа. Не, у нас прекрасно, люди сами должны выбегать. Ты пока метки скажешь, они еще больше запутаются. Ну это понятно, что пока я скажу. Так что, они умирали? Там по 2 человека выжил кто-то? Нет, Скибиди умер. И еще кто-то, короче, а двое. Можно, Саня, можно давать просто мастер или сокру под эту херню и все.
Ну давай попробуем еще. Бля, ну это лишний геморрой. Хотя будет проще в любом случае выбегать в 3 метра, чем в 5. И разбивать это проще. Давай попробуем через массакру. На первую будет пахлаван отдавать. В принципе, пахлаван ты всегда отдаешь, хотя будет откуда-нибудь. Короче, да. Ща поставлю секунду. Давай я еще буду мастер налет отдавать. Подождите. Да, давай. Давай. Мастер налет и пахлаван. Крест и череп сбегаются в одну метку, на кого поставят. В синюю метку один человек. В луну сбегается луна и зеленая метка. Сейчас поставлю еще желтый, чтобы было как раньше. Надеюсь, все поняли. Желтую печенку убираю, чтобы, блядь, не было такого же цирка. Просто не убегайте далеко, чтобы вы успели добежать до меток, если на вас вдруг бросится. Да, печенька это будет Вань, метка Вань, для Вань, того... Вань, замени синюю метку с желтой, и синюю едва видно, люди запутаются на них. Так синяя, блядь, я поставил потому, как ДБМ ставит на людей со склепами. А, ладно, все, я понял. Все нормально. Так, такой моментик еще. В принципе, все нормально было. Дальше два человека умерло. Ну, ваша задача, за 10 секунд на вас повесилась метка, вот над головой, блядь, значок. Посмотреть цвет и выбежать соответствующий цвет. Все, больше ничего не надо делать. А это метки, да, ставят, получается, да, на каждого? Все, понял. Да. Хиллбот, я понял, как их... Я же правильно понял, это... Трусы входят в луну, а череп входит в крест. Да-да-да. Ну, входить не обязательно, можно просто рядом стать. Смотри, ты играешь на локе, ты можешь поставить портал вот сюда и просто нажать портал после притяжки, и все, ты никак не сдохнешь. Ребят, локи, вы жмете портал, когда приземлились у босса. Ну, кушайте рыбу для бафа вначале. Потом будем кушать, смотрите, только не затыкайте ее. Ну, я вторую на всякий случай поставил. Да, он не будет дамажить, у нас вчера ни разу он не дамаживал. Ну, значит, не будет. Можете сразу в квадрат встать, чтобы не бежать с лестницы, сразу начать бить. Коль, давай лучше на всякий случай постракуемся, бля, мало ли, сейчас прям пофиксят эту хуйню. Так, давай готовность, если все готовы. Войд, Дексиона. Если первый раз не тикнет, мы успеем всех куда перебежать, я скажу им. Все, все рыбу нажали есть. Ну, сейчас если не будет тикать, то побежим все сразу к звездочке. Только босса никто не бьет, пока его не повернули. Не, не тикает. Порядок. Вставайте. Идите, бейте. Сразу никто не врывается, пока босса не поставили. Вообще не один человек. Все, под левую лапу. Два хила освобожденка. Смотрите аккуратно. Коль, на избалку, жми на всякий случай. Молодцы, все убежали, все на лестницу подошли. Приготовились. Вот, метки смотрим над головами. Побежали. Хорош. Все выше поднялись. Макрамали. Нормально. Отлично. Все, подбиваем метки, смотрите, между глыбами. Ну, блядь, молодого. Подбивайте 20% метки. Здесь у них по 600 хп, поэтому надо подбивать. Две крайних можно выбить, только крайние. Разбиваем метку. Долго, ребят, надо чуть быстрее этого делать, лишь ДПС много потеряли. Добили. Все, под левую лапу. Коля, ты под каждую притяжку, получается, даешь эйсбаунд до второй фазы. И давай, Саня, ты массакру. Сань, чё с поездкой? А, блядь, джек-пик.
Два пива освобожденного. Через 9 секунд притяжка. Готовить. Так как много не набираете. Разбежались. Айсбаунд и... У меня КД еще 20 секунд. Нажми похован. И бей все РДДшники. Со стаками так же следи. Милики под левой лапой бей. Два хила освобожденка. Поднялись на лестницу. Высоко не забегайте. Куда побежал Лок? Не забегайте высоко. Побежали. Все остальные выше поднялись, кто без меня. Ты можешь сакума это, мастера отдать. Май, не откатывай. Метки подбиваем. Чуть-чуть больше урона, ребят, только не разбивайте. Смотрите, доты главное не вешайте, ни в коем случае. 20% стоп урон. Справа одну можно выбить лоу хпшную. Лучше мани спеши. Все, разбивайте все. Вот сейчас отлично, ребят, все сделали. Прям супер. Ну, почти идеально. Сань, ПСК. А у меня своя. Три хила освобожденка. За стаками следите, три хила освобожденка. Полести, да, азбан будет. Каш, ПСК, когда? Уже когда она поднимется, ну, когда притянет после путя. Мастера ура избаун. Закидывайся. Изморский. Смотрите, тоже за стаками аккуратно. Высоко не поднимайтесь вверх, чтобы бежать далеко не было. Так, луна. Ко мне кто-то. Трусы, наркоман. Старайся, Саня, еще повесить на них на всех обновления. Вот сейчас Троянский бы отпилился бы в глыбе. На всех метки кидаешь обновления и посчитал. Хулипал может подойти к Трояну и посчитать себя. Лестница. Дотестера прокиньте на всякий случай. А, не вижу. Лево далеко. Центральный склеп стопните, левые, правые бейте. Я сейчас докупать надо, добить. Бейте. Троянского, сразу сейф. Ебать меня его время. Олимпик я раздал. Чика-чика, там тебя прожиматься не забывай, когда стоишь в хлеб. Два хила освобожденка. Будем переводить. 35% начинается вторая фаза. Все РДДшники убегут в квадрат. Так, сколько там до обжигающего холода? Так, надо будет стопнуть урон, чтобы она не забагалась. Все, стоп урон все. Стопнуть все урон. Разбежались и потом переведем. Все, переводим. Блядь, ну что ж. Женя, вставай, БР потемнейший. Ну, изморский. Иннер сразу потемнейший. Все РДшники в квадрате. Войт встал в звездочку. Милики отбежали в РДшников. Быстрее. Войду. Аня, машина. РДшники играем по Синдре, за стаками следите. Мелики разбили глыбу. Да. Следующую тоже в звездочку. Бета-тестер побежал в звездочку, мелики убежали. Эту звездочку не разбиваем теперь. 20% звездочку подбили, ждем притяжки. Да, бит босс. Отошли подальше. Хорошо, разбили метку, мейлик, выбеги в ром пока. Мелики пошли разбивать Майлика.
Когда подождите рано, все, пошли разбивать. РДшники играют по боссам. Дальше в звездочку все остальные выносим. Да, скидывается. На двух хилах освобождем. Сейчас за стаками следите, нажми Icebound, темнеющий массакру нажми. Меня не пропили. У меня освобождёнка была. Двух хила сдохло. Все, падайте. Нормально. Для начала... Джипси, Сацуне. Пока не минусуй никому. Они посмотрели первый раз вторую фазу. Не, дальше Сацуне можно. Или нет? Нет. Конечно, блядь. ДБМ тебе зачем? Окей, я вообще буду за меткой стоять и не бить. Не бей. Смотри, хорошо, я постараюсь заанонсить. Понимаешь, просто много чего отслеживать надо. Не всегда у меня снимаю. Не было видно и притянуло. Хорошо, я буду стараться анонсить. Когда не бить? Не, ну вы прикалываетесь? Я вас за ручку что ли водить? Да, за ручку водить. Не было видно у тихо, меня. Тихо, все. Пока что ничего никому не отнимаем. Просто ты, если сомневаешься, сразу не бей, ничего страшного. Чуть-чуть потеряешь урон, ничего страшного. Главное выживет. Это лучше, чем ты сдохнешь. Так, у нас минус 3. Я это просто вылетел, рано зашел в инст. Короче... Джипси, когда Синдра кастит, ну, стоит глыба и прячется за ней от взрыва, отбегать надо подальше. Потому что взрыв все равно за глыбой бьет. Меня притянуло. Его притянуло просто, я тоже видел, одного РДшника притянуло. Так, сейчас биться поставить, все починятся. Под конец каста этой херни просто тучка. А Женя вылетел. Стойте, Женя вылетел, он может. У меня вылетел, скажу. Ладно, ты обнажал, конечно. В идеале не трать просто так тучку. Тучка очень хорошая вещь, когда на тебя глыба, допустим, кидается, чтобы вместо тебя не сейвить там. Любимчики босса освобожденная магия, а почему у меня одна? Забой. Женя, я не слышал, ты заходишь или нет? Женька. Женя, скибиди. Он вообще в Дискорде? Ну, не знаю. Может, его видишь. Нет. Да, скорее всего, вот к нему он. Приехали, вот и все. Да, и он ушел. Давай, Вадим... О, Маша, ты сможешь зайти Ону? Или нет? Или ты сегодня не работаешь? А, так она зашла, Маша, блин, что ты не трясуешь? Вот пищунка. Вот какая, а. Монти Масик, ей сопрот. На ковер к директору отчитываться будет. Конечно. Так, вот начались шутки за 18+. С задним числом, да? Что, я нужен или пока нет? Сани, Лёня, пока для этого, для ИП, пока не нужно. Сейчас она затащит, кстати, она прохилит посол. Дружка здесь очень заходит, прям очень сильно. Ну? На Синдре. Она, Маша, смотри, твоя задача будет обязательно ходки на метки раскидывать, чтобы они внутри кинулись там. Вот чтобы как сейчас было Троянского. Когда будет развешиваться обязательно все под ходками. Санечка, смотри, если такой момент не на фулл хп метка на второй фазе, ты можешь закидывать в нее милости луны и на крайняк зубы. Но эта метка должна выжить. Все метки. То есть, если у тебя нет. Если у тебя нет щита на метку, ты заранее скажи. Там соло сокручивается, закинем и так далее. Ну, то есть его засейвить нужно будет по-любому. У меня было 7 стаков освобожденки, поэтому я тебя не засейвил. Ну, я понял. Она мне ударила сразу на пол хп 7 стаков. Ну, как есть, ничего страшного. Главное, ты заранее лучше предупреди, рыбу ставлю. Я, конечно, дико сейчас извиняюсь, но вот смотрите, а у кого ДБМ есть, вот что вот справа вот эти полосочки идут, да, вот, ну там, сколько? Есть. Сколько? Как это ниже перетащить, потому что оно у меня почему-то все эти дебафы перегораждает. Да, это у меня тоже такой вопрос. Их можно перетащить, ну, настройках, бля, сейчас скажу. И пока. Пусть... Давайте потом настраивать. Да просто я не короче, вижу дебафы. Для тех, кто... Мощь говорит, дома не перетаскивается. Тихо, не перебивай, Даня. Для тех, кто говорит, доносите мне.
там ДБМ всегда ломается, потому что Синдра может перевестись вообще, блядь, в рандомное время, это зависит от ДПС. Вам никто никогда не сможет точно заанонсить, что сейчас будет притяжка на третьей фазе, потом будет, блядь, еще что-то, дыхание или еще что-то. Там никогда не бывает точных анонсов. Хорошо, тогда, когда вы говорите, РДД бьют босса, милики бьют глыбы, что вы имеете в виду? То, что РДД не зачем бить глыбы. ДПС смотри, мы не можем бить босса из-за глыбы. Смотри, Джипси, да, я тебе скажу. Вторая глыба. Ты, как вот сколько вторая глыба повесилась, ты секунд 5 бьешь босса и сразу прячешься, и не ошибешься за глыбу. И тебя не притянет. Или хочешь метка, запомни меня цель, или следи, как я выгляжу, вон прыгаю. Можешь за мной бегать, стоять. Я побежал, ты за мной побежал. Ну, я постараюсь заанонсить, но это не всегда просто сделать. Этот, Санечка, приди с тобой, дай, и погнали. Это, ребят, я вылетел, короче, все, у меня дела. Я нашел, как передвинуть, зайдем. Готовность. Кстати, всем привет, Сань. Сори, я проспал, сейчас захожу. Пока что не могу. Не понял. Хорошо, Вань. Если кто... Когда мы заходили, если кто пойдет вместо Вань, ему там нужно уходить. У меня проверка. Если, сейчас не убьем. Ладно, все. Все готовы. Коля, иди пуляй. На всякий случай все сядь, все рыбу жрать. Все прям сядьте. На всякий случай. Алёша, тебя непонятно рыбу. Есть Войд. Мало ли, не будет работать. Не, все нормально, побежали. Только в босса не врываемся. Пока Коля не поставит. Не спешим, не спешим. Коля подставит, сразу может врываться. Ни у кого FPS не просаживается? Просаживается, фильм просаживается. Просил что-то, ну, этот тай. Именно Синдра почему-то. Освобождёнка один килл, но все равно за стаками следите, ребят. Разбежались, Коля избал. На лестницу поднялись. Ну алло, блин, Машка, Полинор. А не, я стою. В метки забежали. Пока что бьем. Что ты делаешь, блядь? Куда он приз побежал? Не знаю, кто побежал? Джипси? Дед какой-то маленький. Нет, не Джипси. Все, уходите. Джипси побежал в ромб. Зачем? Блядь! Ну это минус раз, да? Это блин. Справа. Подите, я же сказал. Подите. Это был Полинор вообще-то. С трусами. Полинор, у тебя трусы были? Ты должен был вправо выйти. Да я понял, но я подбежал уже куда успел. Ну, блин, я говорю, он дается никогда... 10 минут, чтобы вы выбежали. По времени никогда... достаточно. Смотрите, никогда не бегите прямо. Видите, заняли метку. В сторону, сразу в сторону, похер, лучше еще одну глыбу поставьте, чем... Просто хэмки, я сразу вас учу для тактики для хэмки. Хэмки в два раза больше здоровья у глыб. Там по-любому надо ставить по два человека, иначе этого босса не убить. Поэтому давайте сразу изначально учиться. По два человека, да и вообще это проще убивается, когда две метки. Просто нужно немножко настрохаться. Вообще, это привязка к меткам, блядь, херня полная. Мы не всегда без этого делали. Просто следите. Два человека стоит, я убежал в сторону. Похер, личную метку поставил. Главное, выжил. Так меньше шанс запутаться. Ну, как для кого? Мы всегда без меток убивали. Так, сделаем еще один трай, и будет минус ЕП. За такие прям грубые ошибки. Маш, смотри тебе. У тебя почти каждая... Вань, встань еще раз туда. Вот сюда. Маш, встань ты сюда. Кто-нибудь сидим. Вон, где я прыгну. Вот смотри, развернись вот в сторону. Вот, ты Синдра. Тебя притянуло. Ты, во-первых, стоишь возле левой лапы, чтобы тебя долго не тянуло. Потом прыгнула в кота, зажала правую клавишу мыши и нажми А. Зажми правую клавишу мыши и А. Походный облик, Саня, не в кота. Все, вот так и побежал.
Не обязательно даже в кота прыгать, для этого вот я в дереве все время убегал. В дереве тоже успеваешь убегать. Только вот, тебя притянуло, зажало клавиш Y и правую кнопку, и побежала. Никого не хили. То вздыхает тут сам виноват. Что стаков понабирал. Ну смотрите, если вас развернула камера, вы можете убежать на балкон. Какая разница? Ну, Ваня, ты все? А, когда мы заходили? Ваня, надо уже убежать. Или Петя, ты как там? И как меня от 200 до 700 прыгает туда-сюда. Вообще невозможно. Глыбы в хвост лучше не выносить. Там хвост, там людей просто выкидывают. Да, да, да. Ромбик пересадь. Я переставил ромбик с той стороны, потому что, блядь, под лицо постоянно забегают. Ну, сейчас немножко поменяю. А можно вопрос, ромбик на кого ставится вообще? Ромбик ни на кого не ставится. Это на второй. Почему-то на мне ромбик был просто, я не догнал вообще. Сань, там удар хвостом 180 градусов, это половина фрейма Синдры, а конус там 90 вроде. Просто ромбик поставил больше креста, а больше немного креста. Сейчас. Ладно. Я убежу. Давай, удачи тебе. Спасибо за помощь. Так, смотрите. Переставил ромбик. Ромбик будет теперь примерно здесь. Это касается именно второй фазы. В ромбик очень редко будет нужно выносить. Это не строго ромбик будет. Включите голову. Это будет где-то вот между крестом и ромбиком. Сейчас я вам его перенесу просто. Ой, извиняюсь. Вот, где-то здесь будет ромбик. Главное, чтобы этот ромбик не зашел под лицо. То есть, видите, лицо... Вот, ясенра. Вот здесь лицо. Вы должны ромбик вынести примерно вот так. То есть, не в лицо ни в коем случае. И не близко к хамиликам, чтобы их не заморозить. Все. Кадама, ты заходишь? Кадама. Маша, на второй фазе все метки, если что, выносим звездочку, когда сказал в ромбик. Все метки должны, которые вешаются именно на второй фазе, ты должна хватать обязательно. Если выбирают тебя в качестве метки, просто забиваешь на все, бежишь, прыгаешь мишку, прожимаешь дубовку. Если тебя кинул. И также все люди, которые, на которых кидается метка, не забывайте свои прожимки отдавать. На второй фазе обязательно. Дама, ты заходишь или нет? Заебали, вы скажете. Лёня, ты тут? Да. Давай, Грейд. Лёня, ты тактику понял или нет? Ну, я понял, что надо будет бегать. Как все побегут, я побегу. Нет, это не так будет работать. Давай один трай, да, короче. Да, просто я вам нахуй. Ну окей, да что ты ругаешься, я задолбал. Да в смысле, человек пришел, блядь, даже видео не посмотрел перед рейдом. Ну я смотрел видео, там просто люди бегают. И ты понял из этого видео, что надо просто бегать со всеми? Ну... Да, ладно, тихо, так, спокойно. Тогда, ставь чешка. Да тихо. Да. Пускай попробуй. Ну, не огречись, да. Пусть попробует человек. Я сейчас заново вкратце Леша рассказываю. Ой, Леша, Леня рассказываю. Первая фаза. Ну? Первая фаза. Ты бьешь босса, не набираешь, на тебя могут повеситься стаки. Повесили стаки, больше 5 стаков не набираешь. Как не набирать стаки? Просто топаешь урон. То есть а, не сколько, а сколько КД стаки? Да не важно, сколько КД. Там будешь видеть. Будет ДБ показывать. Просто стопаешь урон, не бьешь босса. Скинули стаки, тогда бьешь. За каждую атаку тебе вешается один стак. То есть по факту 5 атак, стопаешь урон. 5 атак, стопнул урон. И так далее. Дальше что? А этот, потом Синдра притягивает тебя. Когда притянула, ты должен от нее убежать. В сторону, вот сюда, на лестницу. Отбежал на лестницу. Если она поднялась вверх, кидается на нескольких людей метка. Каждую метку должны вынести. Крест, квадрат и луна выносим. То есть в...